Сентябрь радует погоды, и дорожные службы активно используют погожие деньки. Работы проводятся как днем, так и ночью. Так, дорожники продолжают укладку верхнего слоя дорожного полотна на улице Минаева. Здесь работы завершены уже на 60%. Учитывая высокую загруженность данного участка, работы тут проводились ночью в выходные дни, когда транспортный поток минимален. Другой участок, где автомобилисты до последнего времени испытывали неудобства, это улица Гончарова. Несмотря на то, что раскопки коммунальщиков еще не завершены, для автомобилей была открыта полоса движения. К слову, в Ульяновске уже завершился ремонт на 15 городских улицах. Всего же планируется отремонтировать 400 тысяч квадратных метров городских дорог. При этом общая протяженность магистралей, обновленных в этом году, составит 30 километров. Необходимо также отметить, что помимо крупного ремонта продолжается уборка и благоустройство. Так, даже в выходные по Ульяновску курсируют автопылесосы и поливальные машины. А на перекрестках проводятся отладочные работы светофорного оборудования.